Салам алейкум, приятель Киргизии, таджики. Я гражданин Республики Таджикистан. Появляюсь. Дружно вот с Киргизией мы работаем всегда. Зачем нам война? Скажите. Вот который агитирует вот эту войну, пускай они молча и дома сидит. Не вмешивает политику нашу. Ассаламу алейкум, Кыргызэлим. Жана тажик бир туугандар. Уруш, война деген бул. Кому это надо? Давайте будем жить дружно. Вот мы, братья таджикам, давно вместе работаем. Как один семья, да, вот? Туугандар. Не надо воевать. Кыргыздар билет. Мы все мусульмане. Кыргызча сөйлөш маган. Мени досторум, үкөлөрүм, аке үкөдөй болуп жашап атабыз. Бир нече жыл болду. Биргеликте өзүбүз ошол нерсени жеңбесек, эч да жеңбейбиз. Военный нерсе менен эч качан эчи бой деп тем аны. Давайте дружно живем. Зачем это нам война? Друг друга поддерживаем и живем дальше. Салам алейкум, брат. Оф, четкий.